Что это за место? Слышала, чужеземка. Странствие. Ворота закрыты. Придется вернуться позднее. Здесь пригодятся электрические снаряды. Солдат Тенакт, иди. Да сдохни уже! Теперь сила за нами! Я тебя прикончу! Помоги! На кону жизнь! Помоги моей подруге! Стой! Не торопись. Объясни. Мы с Летай доставляли припасы на юг и напали машины. Я оставил ее там, чтобы привести помощь из рощи, и тут еще одна машина! К счастью, подоспела ты. Так твоя подруга сейчас бьется с машинами? Так об этом я и говорю! Вытащу ее, если смогу. А ты беги за подкреплением. Хорошо. И спасибо.
Холод не причинит ей вреда. Данные о покупателях машин надо искать в копье. Кажется, эти руины не облюбовали мятежники Панамки. Мятежники откапывают хлам предтечь. Помоги мне! Что надо? Вот и чужеземка! Главного и выяснить, что здесь происходит. Древний ключ. Интересно, от чего? Сейчас повторю.
Мне уже легче. Прикройте их! Еще встревожен. Ты позволишь этой девчонке оставить себя в Ты будешь умирать долго! Замерзаю. Ах!
Да. Они меня видят. Тревога! Заперта. Морда. Вот этот ключ ее откроет. Посмотрим, что мятежники так хотят защитить.
можно идти дальше. Всем операторам и инженерам сынов Прометея. Я слышу ваше нытье. Ваши жалобы на Тенакт. На работу, на условия. На периодические потери конечностей, когда кто-то теряет осторожность. Я понимаю. Мы прошли длинный путь. Мы страдали и продолжим страдать. Но мы уже близко. Этот союз приведет нас к цели, обещаю. Карха заплатят за красные набеги кровью. Как и все их пособники из авангарда и из жилы. Так что заткнитесь и вернитесь к работе. И не забывайте, расплата скоро наступит. Похоже, сыны Прометея жаждут крови. И их цель Карха. А еще авангард. Что тут еще есть? Свитки. В них множество чертежей оружия. Разные версии одного и того же. И все недоработанные. Они экспериментировали с энергоячейками предтеч. Их здесь целая куча. Значит, сыны Прометея пытаются сделать оружие, основанное на древней технологии. Что бы это ни было, ему требуются энергоячейки. Но, похоже, они его еще не доделали. Пока. Если дестабилизировать ячейку, взрыв вызовет цепную реакцию, которая уничтожит бункер. Не будет бункера, не будет ячеек и оружия. У меня будет лишь несколько мгновений, чтобы выбраться до взрыва. Теперь бегом! Вряд ли теперь они смогут создать жуткое новое оружие. Главное не светиться. Никаких следов. Ошиблась. Ладно, возвращаемся. Можно видеть? У тебя паранойя.
Осмотритесь. Заметите что-то странное. У меня уже пальцы леденеют. Значит, сыны Прометея хотят поквитаться с Карго и Авангардом. Нужно больше узнать об их операциях и остановить их. Приберегу для охоты. Огонь тут не пойдет, нужно что-нибудь другое. Дальше по дороге должна быть еще одна тона. Повозка есть, а припасов нет. И тонов тоже не видно. Похоже, Татанакт попыталась спасти припасы после нападения и бросила их в пылу битвы. Может, они приведут меня к ней? Вот, следы пропавшей Татанакт. Татанакт точно побежала в эту сторону. Этот олух выжил. Я думала, обоим конец. Разберемся с машинами. Могло.
Thank you.
жива. Надо брать, пока есть. Можно на пару слов? Спасибо. Если бы не ты, я бы стала кормом для машин. Я лишь немного задержала их, пока твой друг не привел помощь. А, ну что ты? Я по дороге чуть жизни не лишился. В это я верю. Надеюсь, хоть часть припасов осталась цела. Я тоже. Еды вечно не хватает. Солдатам в роще нужно что-то есть. Не возвращаться же в укус соли за новой поставкой. Я этой бедолаге помогу, и мы соберем то, что осталось от груза. Аж есть захотелось. Спасибо. Ты нам так помогла. Берегите себя. Удачи. Убежище. Вроде бы безопасное. Эй, ты! Подойди! Ты защитница, пришедшая с Востока. Я слышал о твоих подвигах. Мы в долгу перед тобой. Поэтому я буду делиться с тобой всем, что знаю. Я знаю многое, что поможет тебе в странстве. Например, идешь на север? Остерегайся заставы мятежников, они тебя пристрелят. Будь у нас больше солдат, мы бы разделались с этими паршами. Но пока держись от них подальше. Спасибо. Судя по всему, ты нам нужна помощь с этой заставой.